Наблюдатели. Референдум в Каталонии нужно признать. В отчете международных наблюдателей говорится, что голосование в регионе проходило в соответствии с испанскими законами. Глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Дмитрий Рупель сообщил журналистам, что процесс голосования на референдуме в Каталонии был организован в соответствии с законодательством Испании, передает РИА Новости. Что касается организации работы избирательных участков, мы считаем, что процесс был подготовлен тщательно и в соответствии с существующим законодательством Королевства Испания, зачитал Рупель доклад наблюдателей за референдумом. Также была отмечена высокая явка избирателей. Мы отметили, что явка была достаточно высокой. Однако у меня сейчас нет точных цифр, информировал глава делегации международных наблюдателей. Рупель также заявил, что международное сообщество должно принять во внимание результаты голосования в регионе, которая стала демонстрацией решимости народа Каталонии. Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями, подчеркнул наблюдатель. Он также выразил надежду, что в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии. Ранее сообщалось, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство. По предварительным данным, около 90% проголосовавших каталонцев поддержали отделение от Испании. По материалам сайта news.com.